perception. Где Колизей? Конечно, знаю. Еще бы не знала. Я там ни одной битвы не проиграла.
Сейчас пойдете направо, мимо портала, затем вниз по лестнице, до развилки трех мостов. По среднему, до конца, и упретесь в Колизей. Если заблудитесь, вам подскажут. Люди здесь отзывчивые. В Лютеране чудесно, но мне в нашем монастыре больше. Солнце-то как сияет. Впечатлений на полжизни хватит. Даже жаль уезжать. У доски не толпиться. Колизей сегодня закрыт. Приходите завтра. Только учтите, у меня с часу до двух обед, а в пять перерыв на полчаса. У нас все в порядке живой очереди. Приходите, заполняйте заявку, отмечаете крестиком, с кем биться хотите. Сдаете и ждете, пока вас вызовут. Славный город. Не зря приехал. Славный город.
клянусь стоять на страже справедливости и чести. Чиним, латаем, подгоняем по мерке.
приятно вернуться к делам. Сегодня я буду петь в Золотом Льве. Приходите послушать. Опять до вечера постоим. Не проходите мимо! Слава рыцарю Лютерии!
встречи с вами честь для меня. Салютую твоей отваге. Загляните в лавку, не пожалеете. Такой день, душа и без лют не поет. Ну же, Сальватор, улыбнитесь. Слухи ходят, сынок. В столице все спокойно. Прислужников Эрхарда мы выловили и отправили под суд. Хотя, признаюсь, руки так и чесались. А тех, что бежали, найдем. Слухи ходят, Сигард, сыночек Эрхардов, со своими дружками в Дарийских полях прячется. Слухи ходят, Сигард, сыночек Эрхардов.
утром не дышалось так легко. До будущего месяца мест нет. Отменно пообедали, да. Теперь кофею. Давно нам не дышалось так легко. Завтраки только по предварительной записи. Припекает. Надо бы поставить ящики в тень. Давно нам не дышалось так легко. Посмотрите, как ярко светит солнце. Дайте тишину. Соблюдайте тишину. Любопытно было посмотреть на сендельских послов. Говорят, у них по две души. Слава Лютери! Слава Лютери!
лютеране чудесно, но мне в нашем монастыре больше нравится. Есть новости? Есть новости? Королевский бал. Встреча с вами — честь для меня. Нынче в каждом доме праздник. Не хотите присесть? Давно нам не дышалось так легко. Нынче в каждом доме праздник.
Слава Лютери! Через час заседания Большого Королевского Совета. Лютера не чудесно, но мне в нашем монастыре больше нравится. Что-то в поясницу вступило. Небольшой изъян делает совершенство только привлекательнее.
Улыбните в лапку, не пожалеете. Слава рыцарю Лютерии! Я уже забыл, как красиво. Слава герою Лютерии! Капитан Гарнет скажет тоже. Осведомитель. Я что-то где-то подслушал. Что-то мне болтушка Брижет рассказала. Она тоже не пойми, где служок подхватил. Или вообще все придумала. Разве ж это осведомитель? Сплетник, вот кто я. Thank you.
Все было в точности, как описал Рубан. Я заблаговременно предупредил господ о своем приближении шарканьем и покашливанием из-за двери, как делаю это всегда. После чего я вошел в кабинет лорда и торжественно, поскольку этого требует присутствие представителя королевского двора, произнес: «Кушать подано, господа! Прошу в каминный зал!» Его величество шлет ко мне рыцарь. Братец мой, точно портовый флюгер. Чуть ветер перемен подует, он меняет направление. С регентом, прошу прощения, лобызался. А теперь... Я слышал ваш разговор с отцом. Он человек жесткий. Если что, решит, не отступится. Сказал, что с дядей Тибальтом никогда не заговорит, и слово держит. Только от этой принципиальности всем хуже. Я еще никогда не разговаривал с настоящим рыцарем. Это большая честь, ваше благородие. Я, знаете, в детстве думал, что за рыцарами всюду оруженосцы ходят. Но вы, я смотрю, сами управляетесь. Это большая честь, ваше благородие. Я, знаете, в детстве думал, что за рыцарами всюду оруженосцы ходят. Но вы, я смотрю, сами управляетесь. Thank you.
меч, тоже берите. На переплавку самое то. Там железные поножи были. Забирайте. Ой, в кои-то веки что... устал я оружие и доспехи ковать. Видите, кирасу? Моя работа. Теперь на лейку пойдет. Устал я. Из этого добра много чего сделать можно, но нужно время. Пусть лорд Пешуа пришлет людей через пару-тройку. Земля у нас чё? О, а я уж думал, забыл про меня Берт. И с каких пор у него на побегушках рыцари? Да вы не обижайтесь, я так шучу.
Анри помирать собрался? Упрямые бараны вроде него только на смертном одре раскаиваются. И то не ваше все. Ваше благородие, постойте. Он, письмо, помнится, которое вы передали отчиму, его написал не лорд Анри, верно? А теперь я узнала, милый брат. Что он задумал? Рискованная затея. Если его отец узнает, он будет в бешенстве, но попробовать стоит. Я бы на такое дело 20 мешков выделил. Только откуда им взяться? Весь урожай или полевки сгрызли, или вороны поклевали, или свинобрюхи. Я бы на такое дело 20 мешков выделил. Только откуда им взяться? Весь урожай или полевки сгрызли, или вороны поклевали, или свинобрюхи. Пусть Абат сусеки проверит. Глядишь, наскребет зерна на пару мешков. Пусть Абат сусеки проверит. Глядишь, наскребет зерна на пару мешков. Пусть Абат сусеки проверит. Глядишь, какой лишо? У нас в каждой грядке по мышиной норе. Сгорбились бабоньки посильнее? Какой лишо? У нас в каждой грядке по мышиной норе. Сгорбились бабоньки. При Вейлоре мудром у нас на каждом шагу гумно были. Мы жито скирдовать не успевали, наскоро риги ставили, что было где хлеб сушить.
Эрхард Окаянник все до последнего зернышка всегда выбирал. И в этот раз выбрал. А новый урожай только поспел.
Ух, треклятые недобитки! Повылазили, кто где прятался, и давай хозяйничать! Жрать дайте, иначе мельницу разгромим!
работать со всей этой... слушать не стану. Значит, вот она как. Брат меня защищал. Что ж он раньше об этом не сказал? Или это я его слушать не хотел? Ну, шалость удалась. Дураки мы. Спасибо, ваше благородие. От всего сердца спасибо. Зато дети у нас умные. Отец с дядей помирится, всем от этого легче станет. Сахарка, Вьюшку, Хулигана и Пышку хоть сейчас забирайте. С последней кобылки еще младенческий жирок не сошел. Она до того милит. Сахарка, Вьюшку, Хулигана и Пышку хоть сейчас забирайте. С последней кобылки еще младенческий жирок не сошел. Thank you.
сообщение.
сообщение.